Всем привет, меня зовут Марсель, я преподаватель школы алгоритмика по курсу веб-разработки. И я подготовил небольшой проектик, мы сейчас с вами разберем, как он устроен. Значит, это небольшой сайт в формате landing page, то есть одностраничный сайт. У него есть небольшая заставочка с фоновой картинкой и кнопочка в виде пузырька с надписью «Старт». В данном проекте используется немного анимации с помощью элемента Canvas. Там будут пузырьки, рыбка плавать. И также проигрывается фоновая музыка и звук. В браузере для того, чтобы запустить какой-то фоновый звук, необходимо, чтобы пользователь совершил какое-то действие, например, клик. После клика на кнопку «Старт», соответственно, заставка убирается, открывается сайт, появляется полоса прокрутки и, соответственно, запускается музыка. Здесь используется JavaScript для плавной прокрутки. Мы разберем с вами тоже, как он работает. Анимация рыбки, как я уже сказал, и анимация пузырьков. Пузырьки появляются там, где пользователь проводит курсором мыши. Если по экрану сделать где-то клик, то рыбка поплывет именно в то место, где был совершен клик. То есть вот я сейчас кликаю, и рыбка плывет в сторону места, где я делаю клик. Плавная прокрутка делается по меню. Элементы сайта обладают небольшой интерактивностью. Вот. Ну и также сайт содержит адаптивную верстку, то есть он должен корректно отображаться на разных разрешениях экрана. Менюшка складывается, блоки складываются. Вот. Ну и давайте разберем, как все это работает. В проекте, само собой, есть файлик index.html, несколько файлов со стилями и файлик с JavaScript-кодом. Наверное, немножко приближу экран, чтобы лучше было видно код. Структура самого проекта следующая. У нас есть, как я уже сказал, файлик index.html, он лежит в корневой папке проекта. Есть фав-иконки в формате icon и в формате png, для того, чтобы у сайта была какая-то иконочка во вкладке. Также папка js, в которой присутствует один файлик с JavaScript. Папка styles, в которой присутствуют стили для сайта. Здесь вынесены шрифты в отдельный файлик CSS. Обнуление стилей по умолчанию, которое присутствует во всех браузерах, вынесены в другой файлик. И основной файлик со стилями, он подключает первый и второй файлик в себя, и в нем уже прописываются стили для всех элементов страницы. В папке src содержатся ресурсы для данной страницы. В папке «Font» содержатся используемые шрифты на сайте. В папке «Icons» содержатся иконки для различных устройств и также иконка для Open Graph разметки. Если вдруг этим сайтом поделиться где-то в социальных сетях, либо в мессенджере отправить ссылочку, то будет добавляться вот такая картинка. И описание текстовое, которое мы разберем, оно содержится в хедере файла index.html. Здесь есть несколько звуков, три фоновые музыки. Они включаются случайным образом, то есть при запуске страницы выбирается одна из трех фоновых музык, и она запускается. И также есть звуковой эффект пузырьков. Этот звуковой эффект запускается, когда мы производим клик мыши в любом месте страницы, там, по кнопке, по какой-нибудь ссылке или просто где-то кликаем. Изображение. Здесь используются картинки для фонов блоков, то есть сайт, страница разбита на блоки, у каждого блока есть свое фоновое изображение. И также на странице, как вы видели, есть заставочка. Все файлики эти, они будут доступны по ссылке, то есть вы сможете это все скачать, у себя запустить, посмотреть, проверить, как это все работает. Вот. Сейчас мы просто разберем техническую сторону, как это все реализовано.
Фоновые картинки я скачивал с сайтов, которые предоставляют бесплатные обои для различных устройств. Так как этот сайт не только для мобильных телефонов, то желательно картинки брать шириной от 1920 пикселей для того, чтобы на экранах мониторов страница тоже хорошо отображалась и картинки были хорошего качества. Эти все картинки в формате JPEG. И также есть несколько PNG изображений, то есть картинки, у которых нет заднего фона, чтобы у них был фон прозрачный. Это вот такая вот волна, которая используется для плавного перехода между блоками. То есть одно фоновое изображение отделяется от нижнего фонового изображения с помощью вот такой вот волны. Также есть спрайт пузырьков. Соответственно, вот такие пузырьки рисуются, когда мы где-то проводим мышкой. Они прозрачные немножко, да, то есть видно, они такие полупрозрачные. И также есть большой пузырек, он используется для кнопки, в которой и написано вот слово «старт», когда запускается проект. Также есть спрайт для анимации рыбки. Здесь представлены изображения рыбки, когда она плывет либо в левую сторону, либо в правую сторону, то есть в зеркальном отображении. И небольшая вот анимация есть, как она движется. То есть проигрывается по одному кадру в нужном направлении. Если двигается рыбка влево, то проигрываются по порядку вот эти кадры. Если рыбка двигается вправо, то по порядку проигрываются вот эти кадры. Что касается шрифтов. Шрифты можно взять с сайта Google Fonts. То есть Google Fonts. Можно просто загуглить Google Fonts, вы сразу же перейдете на этот сайт. Здесь вас может заинтересовать язык, то есть для того, чтобы использовать, например, русский язык, шрифты, которые поддерживают русский текст, то здесь нужно выбрать кириллицу, вот, кириллик, language, кириллик выбираем. Дальше вы можете вот здесь написать пример какого-нибудь текста. И вы будете видеть, как ваш текст будет выглядеть с использованием различных шрифтов. То есть выбираете подходящий вам вариант шрифта, например, вот такой вам понравился, да? Кликаете «Скачать семейство шрифтов». После того, как шрифт будет скачан, он скачается в архиве. Архивчик нужно распаковать, и файлики шрифтов с расширением WoW либо TTF нужно будет добавить в ваш проект. Пока шрифты скачиваются, еще раз покажу, где они хранятся. Значит, они хранятся у меня в папочке src, папка fonts, и здесь представлены все шрифты, которые используются в проекте. В моем случае все шрифты используют расширение TTF, то есть в конце .ttf. Сами шрифты мы подключаем в файлике fonts.css, который лежит в папке CSS проекта. Для того, чтобы подключить шрифт, используется вот такая конструкция font face. Дальше мы указываем название шрифта, как мы будем называть его в нашем проекте. Ну, желательно, чтобы это название совпадало с оригинальным названием, вы так меньше запутаетесь. В свойстве src вы указываете путь к вашему шрифту. Так как папка fonts лежит внутри папки src, да, и, соответственно, наша папка со стилями лежит в папке со стилями. Примерно структуру покажу вот с этой стороны. Значит, нам нужно из папки стилей выйти. Это делается через две точки слэш, то есть мы выходим из папки стилей. Дальше, после слэша мы указываем папку, в которую нужно зайти. Это папка src. В папке src есть папка fonts. То есть вот она, мы указываем, что мы заходим в папку Fonts, и дальше мы указываем название шрифта, который мы хотим использовать. Дальше это не обязательный параметр, но желательно его писать. То есть нужно указать, в каком формате вы используете шрифт. Значит, True Type это как раз-таки вот этот TTF формат, он и есть. И также нужно указать стили для шрифта. То есть здесь Font Style может быть либо Normal, либо Italic. То есть тут есть один шрифт курсивный, Italic это курсивный шрифт. А в свойстве font weight мы указываем жирность этого шрифта. Здесь могут быть значения либо normal, либо bold, либо значения можно указывать цифрами от 100 до 900. Соответственно, если шрифт у вас нормальный, regular это нормальный шрифт, то у него значение должно быть либо normal, либо 400. Если у вас шрифт жирный, то, соответственно, значение должно быть bold, либо значение можно указать как 700.
Ну, 300 это тонкий шрифт, 200 и 100 это еще тоньше шрифты. Главное, чтобы эти размеры были в шрифтах, которые вы скачиваете. Вот смотрите, вот пример текста, который я выбрал, да, у него есть тоненький шрифт толщиной 100, у него есть тоненький шрифт курсивный тоже толщиной 100. То есть, если я захочу использовать вот такой шрифт, то мне нужно будет в свойствах CSS для этого файла указать вот здесь italic, а не normal, и вот здесь задать толщину 100, а не bold. Вот, не normal, да, а 100, как указано вот здесь. Значит, размерность 400. Это можно указать либо normal, либо просто 400. И для значения bold можно указать либо bold, либо 700. Вот bold это и есть 700. У меня сейчас шрифты скачались, можно посмотреть, что они из себя представляют. Я распакую сейчас архив. Значит, архив это вот просто набор файлов. Те шрифты, которые я хочу использовать в проекте, я их отсюда забираю и вставляю в свой проект. В файлике стилей reset CSS я обнуляю отступы у всех элементов. Звездочка обозначает то, что мы обращаемся ко всем элементам, всем тегам, которые есть на странице, и говорим, что у них отступ внешний должен быть 0, margin внешний отступ и padding внутренний отступ должен быть тоже 0. Разные браузеры по-разному задают эти отступы. Чтобы во всех браузерах сайт выглядел одинаково, мы эти отступы сбрасываем. И еще для тега body я прописал вот такую вот конструкцию. Значит, это позволяет отключить отрисовку таких квадратных желтых областей в местах, где пользователь делает клик. То есть, если мы по странице будем по кнопке или по ссылке делать клик, то в телефоне либо в планшете браузер будет добавлять к этому элементу такую желтую рамочку. Вот. Чтобы этого не происходило, мы сбрасываем все эти свойства на non, то есть чтобы их не было во всех браузерах, которые присутствуют в мобильных устройствах. Дальше вот этот файлик reset CSS и font CSS, здесь прописаны все шрифты, мы подключаем в основной наш файлик style CSS. Делается это с помощью директивы import, да, то есть собачка import, и дальше через URL мы указываем, какой файлик нам нужно подключить. Так как эти файлики лежат вместе с файлом style CSS, то здесь можно не писать ни слэш и ничего, просто указать название файла, который мы подключаем. Это что касается таких основных настроек стиля, да. Давайте теперь разберем сам файлик index.html, что он из себя представляет. Значит, ну, стандартная директива doctype, в которой мы описываем, в каком формате будет код документа. Мы будем его писать в стандартном HTML формате, поэтому здесь просто пишется HTML. Дальше самый главный HTML тег, внутри которого содержатся теги head и тег body. Значит, в теге head у нас содержится служебная информация, которую пользователю не видно, и в теге body содержится весь основной контент, который отображается на странице нашего сайта. В теге HTML можно указать язык, на котором будет сайт. Вот, для русского языка используется вот такая запись, русский язык. Вот. Так, ну и теперь давайте немножко пробежимся по хеду и по боди. Значит, по хеду мы указываем первым делом кодировку. Это стандартная кодировка UTF-8, это Unicode. То есть для того, чтобы текст, который мы пишем, используем внутри нашего сайта, он корректно отображался во всех браузерах, желательно указать вот эту вот кодировку. Так, дальше нам нужен title. Title это текст, который показывается во вкладке браузера, когда мы запускаем сайт. То есть вот здесь вот я навожу мышкой и видно, да, вот title выскакивает под водой. У меня тут очень-очень много вкладок открыто. Вот. Если их закрыть, тут появится больше места, и этот текст будет виден вверху в самой вкладке. Дальше нам нужно указать description, описание, то есть о чем этот сайт. Я в описании указал просто три факта о подводном мире, обычный текст. Вот. Следующий параметр, следующий тег идет тег meta со значением viewport в атрибуте name. Во viewport прописываются разрешения для пользователя, что он может делать, если разрешение контента не соответствует разрешению его устройства. Мы говорим, что ширина контента равна ширину устройства пользователя. Масштабировать пользователь ничего не может, потому что тут стоит единичка, масштаб один к одному, какой бы размер экрана у пользователя не был. Также мы указываем максимальный размер масштаба единичка, то есть больше, чем единичку пользователь
масштаб сделать не может. Вот. И отключаем возможность у пользователя масштабирования, задаем вот здесь значение 0. То есть пользователь масштабировать не может наш сайт самостоятельно. То есть мы сами прописываем в стилях все размеры, все ограничения, которые будут представлены на странице. Далее идет подключение стилей. Мы указываем характер ссылки, да, то есть то, что эта ссылка ведет нас к таблице стилей. Здесь в атрибуте href мы прописываем, где находятся наши стили, то есть это папочка styles, в ней файлик style.css, то есть стили все браузер должен брать отсюда. И также дополнительно указываем расширение, да, то есть что тип этого файла это текстовый файл с расширением CSS. Далее мы подключаем иконочку к нашей странице размером 32 на 32 пикселя. И также подключаем иконки других размеров для различных мобильных устройств, телефонов, планшетов и так далее. То есть вот этого формата иконок будет вполне себе достаточно. И также в хеде присутствует Open Graph разметка. Open Graph разметка нужна для того, чтобы когда вы делитесь ссылкой на ваш сайт через социальную сеть, либо там через Telegram, через Viber, вы можете здесь дополнительно прописать какую-то информацию. Например, вы можете отдельно прописать заголовок для вашей страницы, отдельно прописать описание для вашей страницы. Также здесь можно задать изображение, которое будет показано в ссылке, которой вы делитесь. Вот, здесь будет показана Open Graph PNG картинка, которая хранится в папочке src icons. То есть вот она, src icons. И вот эта вот картинка Open Graph, она будет представлена в качестве вот изображения, ссылки, когда мы будем делиться этой страницей. Так, ну здесь можно дополнительно указать язык, который используется внутри нашего сайта, и также дополнительно description, описание этой страницы сделать. Ну я все продублировал с основного description. Также я в хедере подключил скрипт. Значит, я его подключил с атрибутом defer. Этот атрибут необходим для того, чтобы вот этот JavaScript код загрузился только после того, когда будет загружен весь основной контент. Дело в том, что у меня на сайте есть небольшой интерактив, да, то есть клики по кнопкам, взаимодействие с анимациями. Вот, и мне нужно, чтобы это все происходило только после того, когда страница будет полностью загружена. Поэтому для этого мне нужен здесь атрибут defer. Как вариант, я мог бы этот скрипт без этого атрибута просто подключить в конце перед закрывающимся тегом body. Вот. И тогда все работало абсолютно точно так же. То есть сначала бы загрузился весь контент, а только потом бы начал загружаться код из файлика JavaScript. Вот. Так, я наш head тег сворачиваю. И давайте немножко разберем, что у нас находится внутри тега body. Значит, внутри тега body у нас содержится дивчик, в котором у нас находится заставка нашего сайта. То есть пользователь, когда загружается страница, он видит только эту заставку, а весь остальной контент он от него скрыт. Внутри нашей заставки будет фоновое изображение с волной, и также будет кнопочка, которая будет стилизована под пузырек, и внутри этой кнопочки будет текст Start. Как это реализовано в стилях? Для начала, так как страница сайта контент, он превышает окно браузера по ширине и высоте, мы скроем переполнение, уберем полосы прокрутки с помощью свойств у тега body overflow x и overflow y мы сделаем hidden. Можно было бы просто написать overflow hidden, да, это было бы абсолютно то же самое решение, но дело в том, что когда мы уберем нашу вот эту ширмочку, да, когда пользователь кликнет на кнопку Start, нам нужно разрешить пользователю листать страницу вверх-вниз, но по горизонтали запрет должен сохраниться. Поэтому мы JavaScript вот это свойство overflow y перепишем после того, как пользователь совершит клик, а прокрутку по x мы оставим скрытой. Поэтому я изначально разнес это на два разных свойства. И вот непосредственно уже наши теги start screen, да, это ID-шник, мы подключаемся по ID-шнику, вот ID start screen у дива, вот мы его забираем. И также стили для нашей кнопочки start button, у которой ID start button. Вот эта кнопочка с ID start button, внутри которой есть текст start. Что мы тут делаем? Мы задаем для нашей заставочки фиксированную позицию, она занимает верхний левый угол, она содержит flex разметку,
То есть это Flex-контейнер, внутри которой находится кнопочка. Мы задаем перенос, FlexWrap это перенос, задаем значение wrap, то есть контент можно переносить, и задаем значение, центрируем, в общем, нашу кнопочку и по горизонтали, и по вертикали. Также мы задаем значение ширины и высоты для нашего Flex-контейнера 100% от размеров экрана пользователя. ViewViz это значит окно браузера по ширине, ViewHeight это окно браузера по высоте. 100 это значит 100%. То есть наша вот эта заставка, она будет полностью во весь экран и будет зафиксирована в верхнем левом углу браузера. А сама кнопочка за счет вот этих двух свойств будет находиться в центре нашего экрана. Мы задаем фоновую картинку для нашей заставки. То есть здесь мы пишем background image, указываем путь к нашему изображению. То есть мы выходим из папки стилей, заходим в папочку src, images и берем нашу картинку с вот таким вот названием. Картинка внутри блока позиционируется по центру. И размер этой картинки мы указываем как cover. То есть картинка должна вписаться полностью в размер нашего блока. Она сама будет масштабироваться, а лишние части будут обрезаться. Вот. Но сама картинка всегда будет находиться по центру, горизонтально и вертикально. Дальше, Z-Index. Z-Index позволяет определить глубину нашего объекта. Значит, тут Z-Index 4 указан. Это самый... Чем больше цифра, тем ближе элемент к экрану, к глазу пользователя. Да? Это элемент самый высокий, Z-Index 4. У нас выше здесь в проекте нету элемента. Нам нужно задать ему индекс по значению 4, для того, чтобы наша вот эта заставочка, она была ближе всего к пользователю. Дело в том, что если Z-Index не указать, то по умолчанию ближе к пользователю будет тот элемент, который ниже всего находится на странице. Вот, у нас это Canvas, а нам это не подходит. Нам нужно, чтобы вот эта часть во время демонстрации заставки была ближе всего к пользователю, поэтому мы указываем ей Z-Index. У других элементов тоже будет Z-Index. Давайте сразу расскажу. Значит, когда мы кликаем по кнопочке Start, наша заставочка скрывается. Но на странице есть кнопки, менюшки, на странице есть текст. Вот. И для того, чтобы этот текст был ближе к пользователю, мы им задаем Z-Index 3 либо Z-Index 2. Вот. А наш Canvas, он будет глубже, чем все эти элементы, чем текст и кнопки. Он будет как бы под ними, с прозрачным фоном. И на нашем Canvas будут отрисовываться пузырьки и рыбка. А всем остальным элементам, таким как вот этот section, да, либо там image, там header, footer, у них Z-индекс не будет прописываться для того, чтобы они были под канвасом, и они уже будут выступать в качестве как бы фонового изображения всей нашей страницы. Для нашего вот этого старт-скрина мы также задаем transition, то есть плавный переход. Значит, что мы будем анимировать во время плавного перехода? Во время плавного перехода мы будем анимировать прозрачность. Прозрачность, анимация прозрачности будет длиться 1,2 секунды. И здесь нужно указать временную функцию. Если ее не указать, то по умолчанию будет использоваться либо ESA, либо Liner, то есть она будет равномерна. ESA in, ESA out, ESA in out – это такие свойства. Вот, в общем, ESA in out – картинка будет плавно разгоняться, появляться, и потом будет какое-то время находиться видна, и плавненько будет исчезать. То есть вот эти свойства, они нужны для плавного появления и плавного исчезновения. То есть, чтобы она не равномерно прозрачность проявлялась, а как бы по такому графику. Так, дальше. Наша кнопочка Start Button. У нее есть фоновое изображение в виде пузырька. Этот пузырек также содержит свойство cover, то есть он будет помещен полностью внутрь нашей кнопки. У кнопочки есть ширина и высота, это 180 пикселей. По умолчанию браузер для кнопки задает какой-то фоновый цвет. Значит, я здесь использовал прозрачность. То есть у кнопки прозрачность цвета полностью опущена. Смотрите, если я сделаю вот такую прозрачность, да, то она убирается. Если я оставлю вот так, то кнопка будет с черным фоном, и он будет немножко прозрачный. Я хочу, чтобы фона вообще не было, поэтому я вот этот вот показатель опускаю полностью вниз. Здесь в конец описания цвета добавляется два нолика. Это обозначает о том, что цвет будет полностью прозрачный. То есть, по сути, вот этот код не имеет никакого значения. Главное, чтобы в конце было два нуля. Это говорит о том, что фон будет полностью прозрачный. Дальше я отключаю рамочку у кнопки. По умолчанию браузер будет кнопочку, для кнопочки добавлять какую-то рамку. Мне она не нужна, у меня есть просто картинка пузырька.
Дальше я указываю, какой шрифт я буду использовать для этой кнопки. То есть я хочу использовать шрифт вот с таким названием. Шрифт этот подключил я вот здесь, так. И дальше мне нужно указать, какие стили применять для этого шрифта. То есть курсивности здесь не будет, он будет нормальный и он будет жирный. Вот. Если вдруг что-то пойдет не так, и этот шрифт не загрузится по каким-то причинам, то я буду просить, чтобы браузер тогда использовал шрифт Arial. Если вдруг у пользователя на устройстве такого шрифта нету, то пускай он использует любой шрифт без засечек. Вот. То есть это можно писать, можно не писать, это как бы такая подстраховочка, да, если вдруг что-то пойдет не так, чтобы хоть как-то текст у пользователя отображался. Дальше задаем размеры нашего шрифта, задаем цвет нашего шрифта, говорим, что текст должен располагаться по центру элемента, мы задаем переход. Значит, в переходе мы через запятую перечисляем свойства, которые нам нужно анимировать. Мы будем анимировать цвет 0,3 секунды, мы будем анимировать свойство transform 0,3 секунды, и также мы будем к тексту добавлять тень, это тоже будет длиться 0,3 секунды. И здесь у нас уже происходит описание поведения нашей кнопочки, что будет, если она находится под курсором мыши, то есть если пользователь навел на нее курсор мыши, либо коснулся экрана по этой кнопке на мобильных устройствах. Значит, курсор будет из стрелочки преобразован в поинтер при наведении, да, то есть будет такая рука с пальцем. Цвет кнопки будет немножко меняться, то есть он из такого темно-синего будет превращаться вот в такой вот какой-то светло-фиолетовый цвет. Дальше мы будем немножко приподнимать нашу кнопочку по оси Y на минус 2 пикселя, то есть она на 2 пикселя поднимется вверх в течение 0,3 секунды. Вот. И также будет появляться у кнопочки небольшая тень. 6 пикселей это размытость, 0 это отступ по оси X, 2 0 это отступ по оси Y, то есть здесь отступ по горизонтали, по вертикали, и здесь задается цвет тени, но тень будет черной. И также мы будем в момент нажатия на кнопки подключать к ней дополнительный класс с помощью JavaScript Hide, который изменит прозрачность на 0. Это будет не для кнопки, да, а для нашей вот этой ширмочки. У нее по умолчанию прозрачность единица, то есть она будет полностью видна, да, но когда мы добавим к ней класс вот этот Hide, да, то, соответственно, применится стиль, вот этот Opacity 0, и этот Opacity будет применяться в течение 1,2 секунд. То есть наша ширма в течение вот этого времени плавно исчезнет, вот, и пользователь сможет уже просматривать контент, который прятался за вот этой ширмой. Так, следующие элементы. Header, footer и секции с нашими текстовыми блоками. Значит, у них ширина будет размером с размер экрана пользователя. Высота будет такая же, как размер экрана пользователя по высоте, плюс 120 пикселей. Эти 120 пикселей нужны для того, чтобы... Сейчас объясню, для чего я это сделал. Дело в том, что у нас в качестве фона присутствует какое-то изображение, да, для каждого блока. А переход между этими блоками, он содержит вот такую волну. Сама волна, она по высоте не маленькая, она там достаточно высокая. Сейчас скажу, сколько она. 660 пикселей по высоте, да. И как бы, чтобы волна не съедала часть фоновых изображений, мы добавим немножко к этим элементам высоты. Ко всем вот этим тегам секшенам, к хедеру, футеру, мы добавим немножко больше размера, чем у нас экран пользователя, чтобы вот эта волна как бы не съедала часть, скажем так, фонового изображения, да. Сделаем немножко побольше вот эти отступы. Также задаем положение заднего фона. То есть оно должно быть по центру вертикально и горизонтально. И также наш задний фон должен полностью вписываться в блок, а лишние части будут обрезаться. Дальше для хедера задаем фоновую картинку, какая картинка будет у блока хедера. И для всех остальных элементов тоже задаются фоновые изображения. То есть для тега с ID-шником Section 1 у нас будет вот такое изображение, для следующего блока вот такое, и для третьего блока вот такое. Для футера у нас будет свое фоновое изображение. Вот. И что у нас идет дальше? Значит, внутри хедера у нас есть два тега, два заголовка H1 и H3.
Значит, H1 это самый большой заголовок. Рекомендуется его использовать только один на странице. Мы так и будем делать. Значит, мы ему задаем position relative. Нам это нужно для того, чтобы задать какой-то z-индекс для нашего блока. Нам нужен z-индекс для того, чтобы наши анимации проходили под этим текстом. То есть у них z-индекс 1, а здесь у нас z-индекс 2, то есть наш заголовок будет над всей анимацией, над рыбкой, над пузырьками. Дальше мы наш текст немножко отодвигаем сверху, то есть мы ему задаем внешний отступ сверху. Это получается 20% от высоты экрана, но на 60 пикселей чуть-чуть вверх еще подымем его. Значит, расположение текста горизонтально делаем по центру, задаем размер шрифта, указываем, какие шрифты мы будем использовать, задаем цвет текста и задаем фон текста. Абсолютно то же самое мы проделываем для нашего второго заголовочка в шапке. Задаем ему position, задаем ему z-index, немножко поднимаем его вверх на 20 пикселей, чтобы он был ближе к заголовку нашему H1. Расположение тоже делаем по центру, задаем размеры шрифта, выбираем, какой шрифт будем использовать, какой цвет будем использовать, и также указываем тень, то что у текста будет присутствовать тень. Далее у нас идет навигационное меню. Навигационное меню находится все время вверху. Вот оно. Когда мы скроллим нашу страницу, оно у нас зафиксировано, и в нем представлены наши кнопочки. Значит, фиксируем навигационное меню в верхнем левом углу, задаем ему z-index 3, чтобы наше навигационное меню было выше всех остальных элементов, то есть выше, чем любые блоки с текстом и заголовки, но при этом наше навигационное меню находится ниже, чем наша ширма, потому что у ширмы z-index 4. Вот. То есть, когда видна ширма, навигационного меню не видно за счет того, что оно глубже. Так, ширину задали, цвет фона сделали черный фон, но с такой прозрачностью, да, где-то наполовину прозрачный он, чтобы такое затемнение небольшое было у нашего меню. Дальше задаем шрифты, размеры текста и говорим о том, что текст нужно центрировать в нашем меню. Далее мы все наши ссылочки. Все теги A, которые содержатся внутри навигационного меню. Вот наше навигационное меню, которое содержит ссылочки. Значит, мы прописываем для них свойства Display Inline Block, для того, чтобы можно было задать внешние и внутренние отступы. Напомню, что по умолчанию ссылка это строчный элемент, да, то есть это Display Inline, свойство имеет по умолчанию. И таким элементам нельзя задавать отступы, поэтому мы сделаем наши ссылочки Inline Block, то есть сделаем их блочно-строчными. За счет этого мы можем добавлять им, например, какую-то рамочку в виде точечек толщиной 2 пикселя. Вот такого цвета. Можем задать скругление этим точкам 20 пикселей. Также можем задать внешние и внутренние отступы. И сделаем небольшой переход, да, который будет менять положение кнопочек в течение 0,3 секунд и цвет этих кнопочек тоже в течение 0,3 секунд при наведении. То есть, когда мы внутри элемента nav делаем наведение курсора на ссылочку, да, hover, то тогда ссылочка меняет цвет и немножко приподнимается. На 3 пикселя она будет приподниматься. Значит, сама ссылка содержит якорную ссылку, то есть через решетку мы указываем идентификатор блока, которому нужно проскроллить страницу при клике на эту ссылку. То есть смотрите, у нас у хедера есть ID-хедер, и, соответственно, в качестве ссылки мы вот здесь вот указываем решетка header. Соответственно, при клике на вот эту кнопочку, на ссылочку A, мы проскроллимся до хедера. Следующий блок у нас имеет идентификатор section 1, то есть когда мы кликнем по вот этой ссылочке, мы будем скроллить экран к этой ссылочке. Ну и к остальным то же самое, точно так же и к футеру. То есть если мы кликнем на футер, вот, мы пролистаемся в подвал нашего сайта. Так, ну и вот наш хедер с двумя заголовками H1, H3. Между всеми блоками, между хедером и вот этим вот секшеном, между вот этим секшеном и вот этим секшеном у нас присутствует, ну и так далее, да, и перед футером тоже, у нас присутствует картиночка с классом волна. Вот, и все эти картинки ссылаются на одно и то же изображение. Значит, как они у нас стилизованы в CSS? Давайте посмотрим. Значит, вот наша волна. Картинки, напомню, по умолчанию строчные. Мы делаем из них блочные элементы, то есть дисплей блок.
блок. Задаем им сразу же ширину 100%, то есть чтобы наша картинка была во всю ширину экрана. Высоту будем рассчитывать автоматически. Задаем картинкам любое позиционирование просто для того, чтобы наше фоновое изображение с волной было чуть выше, чем фоновое изображение блоков шапки, подвала и так далее. Напомню еще разок, да, элемент, который находится выше, он находится глубже. А так как мы всем изображениям задали какое-то позиционирование, без разницы какое, да, мы можем Z-индекс не писать, просто спозиционированный элемент всегда находится ближе к глазу пользователя, чем не спозиционированный элемент, чем вот этот, чем вот этот, чем вот этот, или там тот же хедер или футер. Соответственно, наша картинка, вот эта с волной, она всегда перекрывает вот эти вот изображения. Вот она всегда находится над ними. Ну и внутри наших разделов страницы, значит, содержится контейнер div. Он такой полупрозрачный, так, внутри этого контейнера есть заголовочек и небольшой текст, текстовая информация, вот, заголовок и какая-то текстовая информация. В каждом блоке она своя, взята просто из интернета. Кстати, забыл, наверное, сказать, все картинки, которые используются в качестве фоновых изображений, я брал как картинки обоев больших разрешений, а все спрайты я брал на бесплатных ресурсах, то есть там, где можно скачать бесплатные спрайты, оттуда я брал пузырек, оттуда я брал рыбку, таких сайтов очень много, поэтому погуглите, найти подходящие картинки вам труда, я думаю, не составит. Что хотел еще сказать про картинки? Есть такой ресурс очень классный, он называется Tiny, да? У него есть два адреса, есть Tiny JPEG и Tiny PNG. Вот давайте на примере Tiny JPEG посмотрим. Значит, сюда вы можете загружать любые ваши изображения, так, добавлять их. То есть можно несколько выделить изображений и вот открыть, да, либо их можно сюда просто перетащить. Вот. После этого все эти изображения сожмутся. Как правило, размер уменьшается очень сильно, но при этом картинки не потеряют качество. Значит, если у вас картинки не содержат задний фон, то их можно сжимать в JPEG формат с помощью сервиса tinyjpeg.com. Если у вас картинки содержат прозрачный фон, то лучше их сжимать с помощью сервиса tinypng.com. Вот, все то же самое, загружаете сюда картинки, далее вы их скачиваете и просто вставляете в ваш проект. Картинки после сжатия качества не теряют, но они занимают меньше места, и ваш сайт будет загружаться гораздо быстрее. Вот, поэтому картинки желательно перед тем, как использовать в проекте, предварительно сжать. Так. Ну и в футере у меня содержится просто два параграфа. Вот это просто два обычных текста. Идем дальше по стилям. У нас есть section, да, внутри которого содержится какая-то информация. Значит, у него position relative. Для того, чтобы мы могли задать z-индекс, мы задаем здесь z-индекс двоечку. Повторюсь, это для того, чтобы рыбка плавала и пузырьки под вот этим блоком. У нее z-индекс 1. Давайте проверим. У canvas z-индекс, вот canvas, у него z-индекс 1. То есть он будет находиться под всеми текстовыми блоками. Что у нас есть у section? У него есть ширина и высота, половина ширины и высоты от размера родителя. У него есть полупрозрачный задний фон. С помощью свойства transform мы смещаем наш элемент к центру экрана. То есть мы смещаемся на 50% по оси X и на 50% по оси Y. Да? И так как у нас блок сам имеет шириной 50 и 50% от размеров родителя, соответственно, он оказывается в центре экрана пользователя. Дальше мы задаем Box Sizing Border Box для того, чтобы, когда мы задаем Padding, внутренний отступ, чтобы размер самого элемента не увеличивался. Если Box Sizing Border Box по умолчанию имеет свойство Content Box, если для такого контейнера задать какой-то Padding, то, соответственно, к вашим вот этим размерам прибавится еще и отступ. А так как мы задали Box Sizing Border Box, соответственно, эти отступы будут не добавляться, а вычитываться уже из текущих размеров. Вот. И сам текст будет находиться внутри вот этих вот отступов. То есть сам размер блока, он не изменится. Дальше мы задаем тут небольшой отступ 20 пикселей. И также наши блоки с текстом, когда мы на них наводим курсор,
они меняют прозрачность своего фона, поэтому вот в свойстве transition мы записываем background color, то, что он должен меняться в течение 0,3 секунд, вот с такой вот временной функцией, то есть плавное появление, плавное исчезновение. Ну и вот само, соответственно, свойство section div hover, то есть когда мы в section на div наводим курсор мыши, курсор превращается в указатель пальчика, и фон становится менее прозрачным. Здесь у нас стили для заголовков внутри блока текста, то есть семейство шрифтов, размер шрифта, цвет этого шрифта, и то же самое для самого параграфа. Размер шрифта и какой шрифт мы используем и какой цвет применяем. Фоновые изображения мы уже вначале разбирали. Значит, сам футер. Да? Футер у нас это flex-контейнер, то есть у него свойство display flex. Все элементы мы центрируем по горизонтали и располагаем их как колонки. Напомню, что у нас в футере содержится два параграфа, то есть они будут располагаться вертикально друг за другом. И за счет вот этого свойства Justify Content Center они будут размещаться сами блоки в центре нашего футера. И также у футера есть фоновое изображение. Здесь у нас прописаны стили для параграфов, которые содержатся в футере. Они немножко разные шрифты используют. То есть первый параграф, это псевдокласс First Child, да, первый параграф внутри футера, он имеет вот такой вот шрифт. Второй параграф внутри футера, он имеет вот такой вот шрифт. Ну и наш canvas, значит, он зафиксирован, все время находится в верхнем левом углу, куда бы мы ни листали наш экран. У него размеры такие же, как размеры экрана окна пользователя. У него прозрачный задний фон, чтобы за канвасом были видны все изображения фоновые, красивые, которые мы сделали. И у него есть Z-индекс 1, чтобы он был поверх всех вот этих фоновых элементов, над которыми он находится. Дальше немножко адаптивности. Значит, идут несколько медиа-запросов, которые говорят, что если ширина экрана будет 1240 пикселей или ниже, то есть максимальное разрешение 1240 пикселей, 1240 пикселей и ниже, то мы переписываем свойства для наших секшенов, дивов, H2 и для параграфов. То есть мы изменяем им немножко размер шрифта и изменяем сразу же прозрачность. Если размер экрана будет еще меньше, да, то есть максимум 860 пикселей, то мы меняем размер шрифта в навигационном меню. Мы меняем также отступы в навигационном меню, чтобы сами кнопочки стали поменьше. И также немножко меняем размер нашего основного текста. Когда размер экрана становится еще меньше, мы меняем размеры наших заголовков, меняем также размер наших блоков с текстом, делаем их побольше, чтобы могли вместить в себя больше текста. Вот. Ну и, соответственно, исходя из вот этих размеров, мы делаем смещение не 50% и 50%, а берем половину. Вот здесь 10%, а вот здесь половинка от остатка, это 20%. Так. И дальше у нас идет медиа-запрос под разрешение 420 пикселей. То есть, когда экран будет 420 пикселей или меньше, у нас будут применены соответствующие стили для элементов, которые мы указали. То есть, те стили, которые указаны сверху, если они здесь не представлены, они сохраняются. А если какие-то стили здесь прописаны, то они заменяются. То есть, например, в навигационном меню размер шрифта станет 16 пикселей, а не тот, который был задан выше, если разрешение, ширина экрана пользователя 420 пикселей или меньше. Вот. И абсолютно то же самое со всеми остальными свойствами. Значит, стили мы разобрали, HTML мы разобрали, и теперь можно переходить, наверное, к самому интересному, что есть в этом проекте, это JavaScript код.